Азиз сиярчилеримиз, біз вәде еткендік, біздің студиямызда пек мирақлы мұсафырлер бұлыны жағы деп, олар арасында бір кечек инсанчықлар, кечек біздің ватандашларымыз, келініз олар әлет таныш олайық. Сен өзіңіз тәкдім етеген? Келініз, біздің студиямызда Татьяна ханым Ребенчук, бұл Сақ шәрінде геометрика адлы интеллектуал инкишаф меркезінің мудері, ве оның талебелері. Булар арасында Ниаль Османова, Берял Ситаров, Ульяна Ребенчук, имени Аблаева, Арслан Расимов. Улар эпосы бір гузель ішінен оғырышалар. Насыл бұл еш достылар, ментальная арифметика. Мұна болі ақылы бұзым мұсафырлерымыз бар. Селям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию, мы очень рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, как началось ваше утро, наш обычный вопрос? Ну, началось со сборов, маленькой разминки дома на счетах и веселой поездки к вам в студию. А расскажите, откуда вы к нам приехали? Мы приехали из города Саки. Приехали показать наших талантливых детей по программе «Ментальная арифметика». Татьяна, вы... Да, можно сказать? Да. Вы говорили, что у вас не так уж и много учеников, но все они очень талантливы, да? Да, да. Сколько у вас учеников? Ну, на данный момент у нас занимается порядка 7 учеников. Это те, кто тянут эту программу, которые способны и могут заниматься. А преподавательский состав у вас всего лишь 2 человека. Не сложно ли вам? Нет, мы справляемся. Ученики послушны, внимательны, и нам вполне хватает. Расскажите, как проходит обучение? Мы занимаемся на специальных счетах, вот они, мы с собой их взяли, называются они абакус. Они состоят из рамки и бусинок, которые, каждая бусинка имеет свое число. Да, мне подсказывает. И мы учимся считать сначала на счетах, потом эти счеты дети представляют в уме себе картинку. Часто видели, может, видео, как они вот так пальчиками перебирают. Угу. Это они считают его на счет. То есть представляют они перед, да, собой. Да, да, они представляют счеты и считают вот такими разными способами. Вот. Сколько нужно вот времени, чтобы ребенок обучился читать, вот элементарно, если основу взять? Если заниматься усиленно, делать домашние задания, то первые результаты будут уже через 2 месяца на обучение. Вот вы акцентировали внимание на детях, которым дано учиться. Так вот, каким дано, каким не дано? Прежде всего, это само желание ребенка научиться чему-то новому. И второе, это интерес к математике, арифметике в целом. То есть у ребенка должен немножко быть такой склад ума, что ему это будет идти. Есть дети, которые приходят, занимаются, а потом, ну, просто это не их. У них другой склад ума, они это не тянут. А эти детки умнички, молодцы, вот мы приехали похвастаться. Чаще всего дети сами интересуются этим или родители все-таки перебивают любовь к этому? Вы знаете, по-разному. Вот у нас мальчик Арслан, он сам заинтересовался, попросил маму, мама нашла у нас в САКах и привела его. А некоторые родители, зная такую программу уже наслышанную, они приводят детей. Дети сначала так с опаской, получится, не получится, а потом уже у них азарт научиться больше, быстрее и правильно считать, и они остаются с удовольствием заниматься. Как известно, в этом деле, да, то есть когда дети увлекаются и занимаются этим, ментальной арифметикой, то есть существуют какие-то конкурсы, какие-то олимпиады, расскажите о них, и даже вот я вижу, что есть дипломы благотворительные, листочки. Да, да. Чаще всего у нас много компаний, которые занимаются ментальной арифметикой, и они в своей компании проводят различные олимпиады, турниры по ментальной арифметике. Мы тоже в городе Саки провели первый исторический турнир по ментальной арифметике. Вот буквально у нас на прошлых выходных был. И мы привезли с собой показать грамоты и благодарности от главы города за исторический момент, что ментальная арифметика у нас теперь есть в городе Саки. Ага, я тут вижу, имени Аблаева заняла 1-е место в городском турнире по ментальной арифметике «Абакус». А имени, покажись. Вот, наше имя. Расскажи, как, сложно было? Ну, не очень было сложно. Было как бы мне легко, если
Ну, я сначала волновалась, то, что у меня не получится, я получу какие-то там последние места из трех мест. Но я, ну, потом я собралась и начала, ну, начала уже усердно работать, и, ну, мне потом я начала дальше, что, ну, чтобы как бы хотя бы постараться какое-то место занять из первых трех мест. Как удачно подмечено, нужно занимать, не входить в первую тройку лидеров, а не занимать последние места из третьих места, да? Как, да, да. А, очень хорошо. Много детишек было? Конкуренция большая была? Ну нет, там было всего лишь 7 человек. Угу. Ну всего лишь, не всего лишь, а конкуренция. Угу. Арслан, расскажи, ты, как тебе пришла такая идея? Почему ты захотел заниматься арифметикой? Я увидел по компьютеру, как дети быстро решают в уме. Захотелось тоже так попробовать. Сколько тебе лет было, когда ты пошел, и вот сколько ты уже этим занимаешься? 9, почти 10 было. Я занимаюсь уже полгодика, наверное. Ого. Угу. И как успехи? Ну, хорошее, 3-е место в городском турнире получил. Умничка, умничка. А, Татьяна, скажите, как это помогает детям обучаться в школе? Способствует ли, влияет на что-то помимо математики? Да, помимо того, что дети получают умение считать быстро в уме, у них открываются творческие способности, раскрывается больше потенциал внутреннего ребенка. То есть, если взять школу, обычно нашу школу, то дети с легкостью запоминают стихотворения, какие-то даты, которые всегда им тяжело даются, потому что счеты, цифры это, и даты схожи немного. Больше запоминают информации и проявляется усидчивость. То есть дети внимательнее слушают преподавателя на уроках, и это дает свои результаты положительные. А в творчестве некоторые дети начинают или стихи писать, или рисовать, что-то такое, или какими-то другими там творчеством заниматься. То есть эта программа, она способствует раскрытию потенциала ребенка. Ниаль, а вот вопрос к тебе. Расскажи, когда ты пошла в эту школу, тебя родители привили, или ты, может, тоже, вот как Арслан, увидела, где-то захотела? Я пошла с октября на арифметику. Я не знала, что есть арифметика, но меня родители привили, и я с октября начала учиться. Нравится? Да. Есть ли дети, вот одноклассники, может, которые говорят, научи меня, там, интересуются, которые хотят тоже научиться как-то, есть такие? Пока нет таких, но ты сейчас как покажешь им, как нужно учиться, они вот сейчас видят тебя по телевизору и вас всех пятерых, и все захотят. Скажите, пожалуйста, Татьяна, что касается вот этой книги, чему она учит, и единственная ли она, либо есть еще какие-то части? Да, мы взяли с собой учебник наш первый по ментальной арифметике, это где у нас азы, начало, где рассказывается детям, что такое счеты, с чего они состоят, какое число обозначает каждая бусинка. У нас таких учебников 3, они распределены по сложности. Вот мы его привезли с собой, хотели бы, чтобы, может, вы продиктовали этим примеры, они посчитали и увидели, что это не фокусы, а что это реальность, что дети могут этим заниматься. Что ж, давайте попробуем. Непременно мы сейчас попробуем. До этого расскажите сначала о современной методике подавания ментальной арифметики. Да, наши уроки построены так, чтобы детям не было скучно и не было тяжело на уроке. Мы не только считаем на уроках, у нас урок состоит из 60 минут, час мы занимаемся. Ну, мы включаем блоки, которые способствуют развитию внимания и памяти, чтобы детям не была сильно большая нагрузка, иначе у них пропадет интерес, они будут этим заниматься. Ну-ка, давайте проверим мастерство наших детей. Возьмите счеты. Это все нужно быстро диктовать? Ну, так, с интервалом, вот, сверху вниз столбики. Хорошо, все готовы? Да. 24 плюс 65 минус 73. Плюс 82, минус 17. 81. Ух ты, а ну-ка еще раз. 12, плюс 51, плюс 35, минус 63,
Плюс 52. 87. 87. И как это у вас получается? Давайте по очереди, наверное, попробуем, да, каждого еще можно. Давай, Арслан, готов? 52 плюс 16 плюс 31 минус 23 плюс 12. 88. Умничка. Ага, Ульяна, готова? 34 плюс 55 минус 76 плюс 21 минус 24. 10. И молодец. Снова верно. Няль. Давайте Няле и мне вместе, да? Один пример вам. 97 минус 32 плюс 13 минус 58 плюс 61. 81. Умнички. Ну давайте, рассказывайте, какими победами еще будете нас радовать? Ближайшие есть какие-то соревнования, участие в конкурсах? Ну, сейчас мы будем продолжать заниматься усиленно. Кто не занял ни одного места в турнире, будет стараться заниматься еще сильнее. А в следующий год мы планируем провести уже второй турнир по ментальной арифметике. И там, наверное, уже будет больше участников, больше конкуренции. И уже, наверное, будет сложнее бороться за места. Угу. И ваши пожелания нашим телезрителям, может быть, родителям, которые хотят детишек отдать, вот, обучать арифметике? Ну, пожелание, чтобы родители находили время заниматься детьми, чтобы уделяли им внимание. А пожелание еще успехов нашим, моим ученикам, чтобы они не волновались, внимательно занимались, ну, всего самого наилучшего им. Спасибо большое, что вы пришли. Мы очень рады были с вами пообщаться. Детишки, мальчики, девочки, мы вам желаем успехов, чтобы вы достигали еще больше побед, чтобы у вас вот таких дипломов было просто не сосчитать, чтобы вы радовали всегда родителей. Спасибо большое. Спасибо. Азиз Заслары, Инды Бузым, Саба программа Мзда, Вар Ретуки, Нус Бераберлик, Ты Аванин, Танышу Лайх.